Турецкие войска и боевики Сирийской свободной армии замыкают кольцо окружения вокруг города Африн, центра одноименного района на севере Сирии. Президент Раджеп Таип Эрдоган объявил, что в ближайшее время город будет полностью блокирован. Осада Африна началась еще в понедельник. По информации турецких военных, им уже удалось взять под контроль некоторые стратегически важные районы на окраине города. Утром в среду, по данным ливанских СМИ, Сирия направила подкрепление, в том числе бронетехнику, в населенные пункты, находящиеся на стыке подконтрольного курдскому ополчению района Африн и подконтрольной правительству территории провинции Алеппо. Официальный Дамаск называет турецкое наступление на афринских курдов актом агрессии против Сирии, но воздерживается от активной помощи курдским отрядам народной самообороны, так как не смог договориться с ними о распространении власти центрального правительства на район Африн. Город Африн уже покинули тысячи мирных жителей. Но турки обвиняют курдских ополченцев в том, что они собираются использовать оставшихся в качестве живого щита.